Так, все у меня есть, связь у меня есть, а главное, конечно же, у меня есть настроение. Надеюсь, что у вас тоже оно есть. Высоко у меня как-то стоит сегодня штатив. Буду сегодня заниматься здесь, на свежем воздухе. Показываю вам честно нажратую пятую точку. Фух. Честно говоря, без диеты не работают тренировки, могу вам сказать однозначно. Ну, конечно, работают мышцы в тонусе, все отлично, но на весе это никак не сказывается. Поэтому надо сегодня начинать понемножечку питаться как-то по-другому. Как мы будем питаться? Ну, вот я проснулась, я, конечно, выпила кофе. Лучше бы я выпила водички с лимоном и села бы на какую-нибудь зеленую диету. Это зелень, это смузи. Я после тренировочки покажу вам пару рецептов смузи, которыми можно разгрузить немножечко день. То есть, чтобы не было чувства голода, мы будем пить жидкие салаты и смешанные с овощами или фруктами. Ну, короче, сейчас позанимаемся трошки. Поехали, вы вообще готовы или как там? Так, Витаня, слышно вам хорошенько? Отлично, слушайте, сильно сегодня не знаю. Я уже так привыкла с кем-то заниматься, что уже сама не хочу, но надо. Мое любимое упражнение. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и, конечно же, мое любимое упражнение. Раздвигаем ноги как можно шире и поехали. Возюкаем по полу попой. 1, 2, 3, 4, как можно ниже. 5, 6, 7, 8, еще 9, еще 10, еще 1, 2, 3, еще 4, 5, прям пониже, 6, еще 7, да, последний, самый сложный, 8, 9, 10. Отлично, ну, конечно же, разочков 10 присядем просто, чтобы немножко разогреть таз, коленочки. 2, 3, 4, 5. На свежем воздухе заниматься просто супер. У кого есть возможность, идите во двор, идите рядом где-то в лес, да хоть на балконе, или просто открывайте окна в доме, потому что лимфодренаж от свежего воздуха невероятный. Немножечко раскрутим бедренные суставы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, немножечко размяли ножки, шейку потянули. 1, 2, 3, 4, 5. И немножко не покрутили шеечкой. 2, 3, в другую сторону.
Раз, два, три. Вы знаете, всегда перед большими концертами своими я пытаюсь немножечко поднять свою пятую точку. И чтобы она была вот таким торчком, как она сейчас у меня, видите, я делаю свое любимое упражнение. К сожалению, для него нужно расстояние. Поэтому я вам покажу. Я делаю выпады. В принципе, можно это делать и по комнате. Просто надо будет навернуть много кругов. Я отхожу подальше, чтобы я нормально падала. Где я, где я, где я? Вот. Поехали. 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Фух! Я сделала 50 выпадов. Вы можете сделать 40, но не меньше. Фух! Отлично. Немножечко отдохнуть. Совсем чуть-чуть. И возьмем резинку. Кто еще до сих пор не приобрел резинки, делайте это, потому что они, на самом деле, очень недорого стоят. Сейчас доставки хорошо работают, но с ними заниматься очень круто. Но если у вас нет резинки, ничего страшного, потому что если вы не сильно тренированы, то и от простых приседаний вам будет роскошно. Хорошенько натянули резинку. Вот так вот. И приседаем. Раз. При этом удерживая резинками ноги, чтобы была сильнее нагрузка. Если у вас нет резинок, просто очень низко приседайте. Раз. Четыре. Угу. Пять. Шесть. Тяжело. Семь. Еще 8, еще 9, еще 10, 10, еще 10. Раз, ниже приседайте. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте вместе. 8. Я знаю, что не хочется, мне самому не хочется, но надо делать. 9, 10. Пока мы будем отдыхать, я покажу вам, какая красота у меня расцвела. Посмотрите, это груша. А? Скажите, крутяк. Смотрите. А? Вот так вот бы лежать, правда, под этой грушей и ничего не делать. Круто? Скажите, круто? Фух. Мы немножечко отдохнули. Фух. Ставим штативчик. И что? И, конечно же, поехали выпадать. Если у вас даже комната для занятий не очень большая, делайте 4 выпада вперед-назад. Почему я их люблю больше, чем просто выпады вперед? Когда вы делаете выпад вперед,
вы отодвигаетесь, вы поднимаетесь больше передней частью бедра. У меня всегда крепатура здесь. А я хочу, чтобы поднималась конкретно попа. Чтобы поднималась конкретно попа, можно делать на месте, назад. Вот это абсолютно точно движение, которое будет прокачивать вам попу. Поэтому можете делать просто назад 20 раз одной ногой. Старайтесь, чтобы впереди был прямой угол, поэтому больше ногу назад уводите. 2, 3. Одной ногой 20 и второй 20. Это будет то же самое. Я все-таки буду ходить туда-сюда, потому что у меня есть место. И у кого есть место, делайте выпады вперед, ходя. Понимаете, да? Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Очень тяжело. 8, 9. Круто. 10. Фух, я сделала. 25. Фух. Еще хотя бы 10. Фу, что вы там пишете? Шо-шо-шо? У вас буже дуже багато. Хто бачив? Чого? Чого бачив? Чого багато в мене? Покажіть. Харизми? Таланту? Ну, дякую, дякую. Ні, серйозно, що ви пишете, а? Фух, все, я віддихнула, ребятки. У кого нет резинки, просто приседайте. Приседайте просто больше раз. У меня есть утяжеление, я буду приседать 20 раз. Но если у вас нет утяжеления, присядьте 30. Поверьте, последние 30, последние 10 будет тяжело. Но это самые действенные 10 раз. Потому что именно в тот момент, когда у вас уже практически нет сил, начинается вырабатываться полностью мышца и начинает подниматься попа. Смотрите, я очень хорошо на этом карантине прокачала себе заднюю точку. Вот правда, у меня такой задницы хорошей не было давно. Фух, поехали. Раз, показываю. Два, видите, я расширяю колени. Резинка мне немножечко добавляет нагрузки на бедра. Но и без этого приседание самое лучшее упражнение для пятой точки. Просто приседайте пониже. Пониже. Старайтесь не наклонять вот так вот туловище. Держать его поровнее. Отклячиваем попочку и приседаем. 6, 7, 8, 9. 10. Еще 10. Раз. Два. Три. Ниже, ребятки. 4. И не прыгайте. Медленно выдавливая мышцу. 5, 6, 7, 8, 9. Еще 10. В смысле, один раз 10. Отлично. Супер. Немножко отдыхаем. Совсем чуть-чуть. Можем пить воду. Но, если честно, я редко пью воду на тренировках. Как-то объем крови становится больше, и потом тяжелее дышать. Но это мне. Фу.
Фу. На мою жену так похоже. Ну так тебе повезло, бэйби. У тебя такая жена охеренная. Ты что? Фу. Ну что, у кого-то есть эспандер? Или просто резинки? Мой муж всю жизнь занимается просто резинками. Не берет ни эспандер, ничего. Просто резиночки. И занимается. Прекрасно себя чувствует. Смотрите, вот у меня есть деревце. Видите? Я зацеплю сейчас резиночку за деревце. Немножечко наклонюсь. Смотрите, вот так. И начну на себя делать упражнения. Сейчас чуть-чуть это дело подвину. Вот так. Чтобы меня было лучше вам видно. Смотрите, видите, я зацепила за деревцо. Натянула. Встала вот так вот, попку отклячила. Спиночку прогнула. Наклонилась. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, еще шесть, семь, восемь, девять, десять. Если кому-то мало нагрузочки, я вот так вот перекидываю через дерево еще один раз, чтобы у меня резиночка была короче. Тогда мне будет тяжелее. Раз, два. Только она теперь неравномерна. Теперь хорошо. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще девять, еще десять, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Круто. Что делать, если у вас нету эспандера? Берите просто резинку в руки. Фух, такую, которая. Если нету этого, берите двухлитровые бутылки в руки. Точно так же становитесь, вытягиваете руки и качаем те же мышцы. Просто будут еще подключаться другие мышцы, потому что у бутылок есть верх, вес. Берите 2 литра воды, набирайте простой водой, закручивайте и делайте вместо гантелей. Очень хорошее упражнение. Так, ребята, знаете, что я хочу прокачать? Я очень хочу прокачать внутреннюю часть бедра. Вот это самая ненавистная история, которая очень часто мешает девочкам. Я скажу, что у нас в теле 2 таких вот места. У некоторых живот слабое место, но у меня, слава богу, нет. У меня никогда его не было, у меня не собирается там жир, у меня хорошо качаются мышцы, ну просто такая конституция. Но у девочек очень часто, и у меня не исключение, это вот здесь вот слабая история такая, висячки такие, и, конечно же, трицепс. И поэтому я всегда на каждой тренировке, помимо попы и пресса, хочу прокачивать всегда еще вот эту вот историю. Как это делается? Если у вас есть резиночка, очень хорошо. Если нет, то можете сделать утяжелитель себе. Смотрите, поняли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, туда больше, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Теперь внешнюю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мими! Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Сразу же меняем ногу, никакого отдыха. Раз, два, три. Если вы на изоленту, на ногу прикрутите килограмм крупы, поверьте, вам тоже будет нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но поскольку мы живем в эпоху глобальной доставки, то, конечно же, пора уже, ребятки, заказать себе и эспандер, и резинки, и матик, и, конечно же, вообще резинок на самом деле достаточно. Если у вас есть стульчик и резинки, то, в принципе, все мышцы вы сможете себе прокачать. Два,
три, четыре, пять. Отлично. Вот я, у меня прям здесь горит. Внутренняя часть бедра горит. Раз, два, три, четыре. Сильнее. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Мими, хватит орать. Смотрите, чтобы прокачать теперь попу с помощью резинок, мы просто делаем отведение назад. Раз, два, три, четыре. Уберите стенку, возьмитесь за вешалку, чтобы вам было легче. Семь, восемь, побольше. Девять, десять, побольше. Раз, два, в смысле подальше отводите ногу. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. На другую ногу. Раз, два, три, четыре. Если у вас черная резинка, вам будет сложно этим делать. Вот эта красненькая, она полегче. Есть еще зелененькая, синенькие, они еще полегче. Выбирайте для своей истории. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Передохнули совсем немножечко. Фух, что там мне пишете? Так, спасибо, дякую. Так, занимайся, Заря, дочкой. Так, ну что, пишите, давайте, пока я отдыхаю. Поехали. Еще раз. Все сначала. Я еще больше сделаю утяжеление себе. Еще больше закручу. Резинку сделаю из нее короткую историю. Фух, вот так. Угу. Отлично. Вот так. Ноги на ширине плеч отклячились. Поехали. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Это я качаю спинку. Восемь. Широчайшую. Девять. Десять. Раз. Два. Три, четыре, пять. Фух, за это время у меня как раз отдохнули ноги. Ну что, теперь верх у меня будет отдыхать. Я буду делать внутреннее. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Второй раз я прям чувствую. Вот здесь все чувствую. Очень хорошо. Эти мышцы вообще качаются только редко на какие-то виды спорта, которые качают эти мышцы. Это только верховая езда. Вот я если покатаюсь на лошади, вот только тогда я чувствую свою внутреннюю мышцу. Поэтому не у всех есть дома лошади. Поэтому берем резинку и качаем. Смотрите, как это происходит. Видите, я это делаю в сторону. Перед ногой, но в сторону. Чтобы у меня напрягалась внутренняя мышца. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Супер просто. Офигенски качается. Я прям все чувствую. Раз, два, три, четыре, пять. Выше ногу. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Если вы будете качать ногу без резинки, просто поднимайте ее выше. И все. Все то же самое. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фух. Фух. Восстановили дыхание буквально немножечко и поехали. Почему я гоню? Потому что я гонщица. Потому что я хочу, чтобы у меня при моих упражнениях 6, 7, 8, 9, 10. Была аэробная нагрузка. Когда есть аэробная нагрузка, вырабатываются калории. И я тогда, может быть, уйду в дефицит калорий, если буду сегодня мало жрать. 15, 16,
17, больше, 18, 19, 20, супер, отводим ногу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ну что, и конечно же не забываем про свою пятую точку. Поэтому поехали. 1, 2, 3. Видите, я снимаю себя сверху. Кажется, что у меня ноги короткие. Давайте чуть-чуть подопущу камеру. Вот так. О, ну вот. Совсем по-другому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще не сильно наклоняемся, а то я прям облегчаюсь, чувствую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, офигенски. Фух, просто супер. Вам как? Ну, смотрите, 27 минуточек мы на самом деле уже прокачали низ. Займемся чуть-чуть верхом. Предлагаю все-таки покачать прессик. Потому что, во-первых, на прошлой тренировке с Шереметой мы его не качали. Потом у меня был выходной. А пресс не любит таких перерывов, скажу я вам честно. Потому что вообще пресс любит, когда ним занимаются каждый день. Если вы будете каждый день заниматься прессом, у вас будет отличный пресс. Фух. Ну что? Ой. Давайте немножечко полежим, подышим воздухом. Ой, я лежу прямо под цветущей грушей. И это так красиво. Я когда буду отдыхать, я вам покажу. Вообще круто. Нужно сюда сказать, чтобы принесли кресло, диван. И я сюда улягусь сегодня. Буду немножко релаксировать. Хорошая погода, отлично. Весна пришла, природа оживает. Давайте понемножечку готовиться к лету. Поднимаем свои красивые длинные ножки кверху. Любые поднимаем кверху ножки. Какие есть, такие поднимаем. И поехали. 1, 2. Я 2 раза поднимаю, считаю 1. Так мне быстрее. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, еще 10. Таким образом я сделала 40 раз, поняли? А посчитала всего 2 раза по 10. Это круто, потому что 40 раз это круто для пресса. Теперь поднимаем попу. Я как-то показывала своей няне, она не могла попу поднять, но не потому, что у нее она тяжелая, а потому что она не понимает принципа работы при этом упражнении. Вы можете подложить руки под попу. Я просто держусь за матик. Я прессом пробую поднять попу, поняли? Смотрите, оп, 2, лучше повыше. Смотрите, в чем прикол упражнения. Можно долго здесь отдыхать. Тогда не очень сильно качается пресс. Но если вы поднимаете попу, только прикоснулись, опять поднимаете, то вы все время удерживаете прессом свою попу сверху. И из-за этого он прям горит. Давайте попробуем. 20 раз сделаем. 1, 2, 3, 4, 5. Супер! 6, вообще! 7, 8, горит! 9, 10, еще 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 еще, 8 еще, последние 9, 10 Круто! Блин, отличное упражнение. И добьем его велосипедиком. Или ножнички, кто как скажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 Очень хорошо. Прям я его чувствую. Отличный пресс. Фух. Поднимаемся на ручках. Поднимаемся в одну сторону, в другую. Пока мы немножечко отдыхаем, я покажу вам, что я вижу вверху, когда лежу и делаю пресс. Вы можете со мной полежать и посмотреть. Смотрите, видите, это цветущая дикая груша. Она очень красиво цветет, плохо плодоносит, ну, в смысле, хорошо, но такие маленькие, никому не потребные грушки, из которых я просто сушу их. И потом у меня есть сушка, когда я делаю из березового сока квас, я добавляю в бочку их. Но я не могу ее срезать, потому что она бесподобно по весне цветет. Посмотрите. А? Правда? Круто. Очень круто. Я так люблю весну. Все просыпается, хочется жить, любить, творить. Фух. Фух. Я вам честно скажу, вы меня мотивируете заниматься, потому что я сегодня проспала, и если бы мне не надо было на тренировку, если бы не повесили афишу поля видения, и что будет тренировка, я бы и не занималась. Честно вам скажу. Я такая же лентяйка, как и все. И буду себе находить кучу отмазок, и что сегодня у меня плохой день, и у меня сегодня гормоны, я вчера переустала. Вот-вот завтра я обязательно начну. Но поскольку мне надо идти на тренировку, я собираюсь и иду, и вы меня безумно мотивируете, и я хочу вам отплатить тем же. Поэтому я очень вас прошу, вот прям, если вы сейчас даже еще не занимались, вот поднимите попку, немножечко хотя бы пресс давайте сделаем. Ну вот вы сейчас ели, оставьте этот пирожок на тарелке, подходите к экрану и просто сделаем пресс. Просто пресс. 3 подхода на пресс. И хотя бы у вас уже будет пресс. А завтра, глядишь, и ноги подсоедините. А послезавтра еще и руки подсоедините. И смотрите, после карантина будете в супер форме. Это же так приятно быть в форме. Я не знаю, я когда смотрю на себя в зеркало, и я себе нравлюсь, это такое невероятное хорошее ощущение. Хочется одеваться, хочется сделать прическу, хочется надеть даже этот ненавистный каблук, который я терпеть не могу. Но все хочется, потому что ты в форме, ты хороша, понимаете? Поэтому давайте. Ах, ничего не будет без тренировок. Блин, к сожалению. Я бы с удовольствием показала вам упражнение, которое делается 5 минут и делает фигуру. Но таких не бывает. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ух ты, хорошо! 10, отлично, у меня горит уже. А у вас 1, 2 о боже, 3, 4, 5 боже, как горит пресс, 6, 7, 8, 9 еще и 10, и это было 40, супер, пупер. Класс! Теперь мы поднимаем ножки, поднимаем низ, делаем низ живота. 1, 2, 3, 4, 5 Вот смотрите, я 5 говорю, а на самом деле 10. Вот в чем прикол этого счета. 7, 8, 9 Супер, 10, вообще горит. И еще 5. 1, 2, 3, 4 повыше. 5. Круто. Молодцы.
Надеюсь, вы со мной это делаете, а не просто жуете. О, боже, давайте еще ножнички, ребята. Мне тоже тяжело, а что делать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9, 10. Очень круто. Прям прекрасно. Давайте чуть-чуть полежим и постонем. Очень приятно после такой нагрузки просто полежать и постонать. Фу. Очень хорошо. Прям отлично. Фух. Давайте вытянем прессик еще. Делаем третий подход. Для пресса третий подход необходимо. Вот смотрите, мы все с вами делали по два подхода. Я сегодня вас пожалела. И себя на самом деле пожалела. Но на пресс надо сделать три подхода, потому что два не имеет смысла. Ну все, давайте сейчас жахнем крайний раз. И будем поджимаемся, особенно прокачаем вот эту вот ужасную ненавистную тряпку. Трицепс я называю. И я вам честно скажу, за время карантина я реально ее классно подтянула. Вот она у меня была дреблей намного, а теперь прям у меня такие красивые, худые, тонкие и при этом очень рельефные руки. Видите? Это классно. Вообще, на самом деле, скажу я вам, что возраст женщины выдает не только шея там, а выдает толщина вот этой вот истории. Потому что толстенькие такие пухленькие ручки, они красивы только, наверное, только на 15-летних детях. И то не особенно. Вот. А вот эти вот жирные руки, вот такие вот, дряблые такие, это признак взрослых женщин. Поэтому, если вы хотите выглядеть молодо, вы должны обязательно сбрасывать вес, обязательно. Просто надо быть худой. Вот надо и все. И, конечно же, заниматься руками, чтобы они были тонкие, чтобы они были рельефные, чтобы они были, ну, такие, короче, молодые и красивые. Поехали, что я уже... Я, конечно, рассказывать обожаю. Раз, два, повыше. Вот знаете, как добираете? Смотрите, раз и еще. Видите, как я двумя рывками делаю? Добиваем пресс. Опа! И вы знаете, чем чаще я делаю пресс, тем я делаю его лучше. Он становится у меня сильнее. Я раньше не могла так сильно поднять плечи. Вот так от силы я поднимала. А теперь, видите, я поднимаю прям коленком. И это круто. Так что я увеличиваю свою силу вместе с вами. Прямо здесь на тренировках. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Вообще класс. Поднимаем ножки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 20. Ну и, конечно же, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Фух. Давайте ножнички еще доделаем. И наш, с нашим прессом покончено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте добьем. 6, еще 7, еще выше. 8, выше. 9, 10. Супер. Вот теперь я почувствовала пресс. Фух, надеюсь, вы тоже. Фух, класс. Блин, на свежем воздухе супер. Блин, прям идите в лес, ребята.
сохраните тренировку, сохраните ее себе на гаджет, идите в лес и тренируйтесь. Фух, фух, класс, фух, отлично, отлично, поднимаемся, хорошенько, о, о, супер, вытянулись, прекрасно. Ну что, дорогие мои, чуть-чуть хочу с вами отдохнуть. Немножечко, буквально одну минуточку покажу еще раз, какая у меня груша цветет дикая, красивая, смотрите. А? А? Правда вообще? Очень. Такая красота. Обожаю. Обожаю весну. В лесу клещи. Но вы же не собака. Вам клещи не страшны. Что вы имеете в виду, что они энцефалитные? Ну, вы знаете, как-то я живу всю жизнь на природе. То ли Бог миловал, то ли я в них не верю. Знаете, если во что-то не веришь, то оно к тебе не пристает. Я ни разу с клещами не сталкивалась даже. Да, на собаках, на кошках бываем, находим, но чтобы меня кусал клещ, такого нету. Поэтому можно сразу после тренировочки пересмотреть всю одежду, пересмотреть свое тело, принять душ, и все будет хорошо. Ну что, ребята, давайте сделаем верхнюю часть туловища. Сделаем, конечно же, отжимания. Сделаем планочку. Я делаю все-таки еще на коленях. Попробую, конечно, вдруг я уже стала сильной. Смотрите, ребята, я раньше не могла отжаться, а теперь я могу отжаться. И это реальный результат, который я приобрела. Ёлки-палки, я молодец. За этот карантин. Я могла раньше отжиматься только с коленей. Видите, хоть я и не низко, но я уже только что 10 раз отжалась. Раньше я это вообще не могла делать. Поэтому, если вы будете каждый день тренироваться, через 3 недели вы будете намного сильнее и намного выносливее. Понемножку начинаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пониже, 9, 10, еще 2, 1, 2, отлично, очень классное упражнение, фух, классно прокачиваются руки, грудь, плечи, ну вообще, короче, классное упражнение. И теперь я хочу еще раз с вами сделать мое самое любимое упражнение. Вот поверьте, если вы будете делать его каждый день, у вас будет очень красивые вот здесь вот руки. Я уже себе сделала классный трицепс, хотя в начале карантина не могла бы таким классным похвастаться. Вот что мы делаем. Поняли? Становитесь вот в такой вот мостик, выпрямляете руки. Что нужно сделать? Нужно руки согнуть назад. Поняли? Вот так. Я еще немножечко поднимаю попу. Если у вас пока не получается, можете делать. Вот попа висит, только подальше ноги нужно. Подальше. Вот, попа висит, пока она не двигается. Только руки. Сгибаем, разгибаем. Сгибаем, разгибаем. Очень классное упражнение для трицепса. Еще раз, ножки еще подальше, пожалуйста. Чем дальше вы отодвинете ноги, тем сильнее будет нагрузка на трицепс. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Класс. Это просто класс. Фух. Очень устала я, если честно. Скажу вам честно и чуть-чуть полежу. Фух. 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 Надеюсь, вам тоже классно валякаться. Фух. Ну что, давайте, лентяи, еще разочек. Смотрите, если вы хотите прокачать трицепс еще и отсюда, то мы можем это упражнение усовершенствовать. Смотрите, смотрите, обычно я беру широким хватом и отжимаюсь, поняли? Но если я возьму ручки узким хватом, прям под, видите, вот так вот, прямо возле груди поставлю их, а ручки вот так вот назад, как будто я кузнечик коленками назад.
и попробую поджиматься вот так, то у меня точно так же качается трицепс. И вот я прямо сейчас хочу это сделать. Раз. Очень тяжело. Два. Три. Четыре. Пять. Отличное упражнение. Очень тяжело его делать, но оно суперэффективно. Фух. Прям вот так вот потянул свои ручечки. Бедные мои ручечки. Но я очень хочу, чтобы они были худенькими. Чтобы они были прокачанными. Что вы пишете? Ты не Оля Полякова. Ну, конечно же, я не Оля Полякова. Я... А так вы меня узнаете? Так я похожа на себя? Ну что, дорогие мои. Я хотела... Зачем я сняла? Я хотела показать вам свой трицепс. Но здесь не видно, потому что... А, вот так вот видно, да? Здесь не видно, потому что нету... Ну, тени нету. О, вот так хорошо видно. Видите, какая колбасочка? Вот это оно все подтягивается. И если я сделаю вот так вот и потрясу, видите, у меня здесь уже ничего не трусится. Потому что я прокачала хорошенько ручки. При этом, видите, я их не накачала. Они у меня остались худыми. Почему? Потому что я не беру сильных весов. Вес можно набрать и расшириться. И сделать огромную культуристическую фигуру, только если вы будете кушать белок, специальное спортивное питание, химией накачиваться, пить разные препараты и заниматься с большими весами. Если вы занимаетесь собственным телом на улице, при этом питаетесь обычной едой, девочки, никакие... Ваша талия не расширится, а только сузится. Поэтому не боимся, занимаемся. Все, значит, опять хочу вам показать, по-другому буду сейчас отжиматься, не широким хватом, как обычно, поняли? А близким, вот так вот под сиськи положила ручки и локти увела назад, как будто я кузнечик, поняли? И вот в таком вот варианте, на коленях оставаясь, я отжимаюсь. Поехали, раз, два, видите, как напрягается трицепс? Три, 4, касаемся грудью пола. 5, 6, еще 7, очень тяжело. 8, сделаем 12, 9, 10, тяжело мне тоже очень. Раз и два. Супер. Фух. Класс. Класс, 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 класс. Потянули трицепс, потянули. Конечно же, вот так немножко растянули руки. Фух, отлично. Фух, круто, правда? Вообще, я люблю заниматься спортом. Всегда, когда идешь, вначале тяжело, боже. Думаешь, чем бы себя еще занять? Ну ладно, кофе еще попью. Ну еще посмотрю в Инстаграм пару раз. Ну еще там чего-то, ну надо идти. Но когда ты уже позанимался, настроение совершенно другое, согласитесь. Поехали еще раз, трицепс дадим жару. Ну что, сгибаем ручки, ноги подальше, чтобы на трицепс была больше нагрузка. Два, можно касаться попой и ее подымать. Что в этом упражнении важное? Сгибать назад и разгибать руки. Раз, два, три, 4, 5, 6, боже, 7, 8, о боже, не могу делать, честно, но надо, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, о боже, о боже, болит, конечно. Конечно, болит. И очень хорошо. Вот здесь вот все затягивается. Супер. Супер. Немножечко растянем. О. Отлично. Что вы там пишете? Фух. Хот чили чизи. Так, привет. Ну что вы приветкаете? Вы что, только присоединились, ребята? У нас уже это, тренировка закончилась, а вы только присоединились. Я не понимаю. Извините, я на вас поплюю. Это хорошо, это к добру.
У меня просто какая-то, не понимаю, мутная камера, не понимаю почему. Ну что, поехали. Давайте последний раз дадим уже на трицепс жару, чтобы у нас он прокачался хорошенько. Опа. Что, скажите, я себе фигурку не сделала на карантине? И вы себе такую сделаете. Это просто. Просто нужно каждый день тренироваться. Я, между прочим, вот если вы меня спросите, я не сижу на диете вообще. Ем сейчас очень много. Но из-за того, что я каждый день тренируюсь, я, конечно, не набираю так, как могла бы. Фух. Поэтому поехали. Помните, делаем по-другому отжимания. Ручки ставим возле груди. Локтики сводим сзади, как будто вы кузнечик. И поехали прыгать. На коленях отжимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, Боже! 10. О, да. Тяжело. Мне тоже очень тяжело. Я уже сильно выработалась. Фух. Немножечко потрусим ручками. Видите, тут уже и труситься уже нечем. Видите? Очень хорошо чувствует себя рука. Прям прекрасно. Прям красивая. Худая при этом. Небольшая и очень подтянутая. Короче, это очень круто. Поехали. Поворачиваемся, доделываем трицепс немножечко. Мне звонит мой кум. Кум, не звони мне, пожалуйста, у меня прямой эфир. Так, ну что, помните, да? Попочку подняли. Немножечко ножки, давайте покажу вам. Чуть-чуть подальше ноги, видите? Вот вы как раз будете видеть, как работает мой трицепс. Вот. И поехали, сгибаем локтями назад. Раз. Слышно? Все. Так, ребят, поехали. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите внимательно. Ноги подальше. Семь, восемь, девять, десять. Еще пять. Раз, два, три, четыре, пять. Фух, отлично. Супер-пупер. Шикарно прокачали. Берем чуть-чуть, потянем назад. Раз, два, три, четыре, пять. Потянули ручки назад. Раз, два, три, четыре, пять. Немножечко колен, в смысле, бедра растянули. Сели попой. Вот так вот поглубже. Растянули. Вот так вот. Растянули. Растянули. Растяжку, конечно, делать надо более профессиональную, но вы знаете, для этого я все-таки, наверное, возьму себе какого-нибудь партнера в эфир, потому что я, честно говоря, дуб дерева. Я хорошая спортивная, занимаюсь нормально, но растягиваться не умею, боюсь, мне больно, мне это всегда очень сложно. Но растяжка – это залог ваших длинных, красивых, незабитых мышц. Поэтому я в какой-то эфир, может быть, завтра, может быть, послезавтра, приглашу какую-нибудь звезду или какого-нибудь тренера, кто именно займется с нами растяжкой. Вы согласны? Мне кажется, была роскошная тренировка. Занимайтесь вместе со мной, потому что я мотивирую вас, а вы мотивируете меня. Люблю вас, целую. Всем пока. И обязательно идите на YouTube-канал Полякова Оля, подписывайтесь и смотрите тренировки там в записи. Спасибо.